Вас перевоцуют узбекские авиалинии. Это, что сказать хотел? Это, внимание меня все. Это, спасибо, что выбрали эти узбекские авиалинии. Послушай меня внимательно. Это сейчас, это сегодня. Шайтан, дорог будет не очень это... приятный, не очень комфортабельный. Так что я это, ну, для безопасности вас всех пересажу. Вопросы есть, Тиме? Девушка, я покупал билет в бизнес-класс. Почему сидит на обычном месте? Это кто сказал, что обычное место у тебя? Ну-ка, посмотри, у тебя подлокотник вот так вверх вниз делает. Делает. Вот ты видишь, какое козырное место. Ты посмотри, какое козырное. Никого больше так не делает. Никого такого нет. Это еще глупые вопросы есть. Нет, тогда слушайте меня. Это ты, молодой худой. Давай поменяйся, вот эта дама. А то ты, знаешь, трясанет. Ты этим локтем своим выбьешь мне иллюминатор. Давай-ка, ну. Молодцы, давай. Давай быстро-быстро, давай. Молодцы. Так ты толстый, но, правда, не очень, но все равно это от прохода пересядь. А то ты в проход упадешь, мы потом не пройдем никто. Так, ну что, все вроде нормально? Сидим остальные нормально, все удобно? Ну хорошо, все. Это, возьмите за поручни. Это, поехали! Поехали! Вот все. Послушайте, нас весь полет так будет трясти? Ты что, глухой что ли? Какой полет? Какой полет? Я сказал, поехали. Это в Ташкенте? Что-то с этой взлетной полосой случилось? Мы сейчас 300 километров до Бековода доедем, а там Москва взлетим. Мамочки. Че, мамочки, что панику наводишь? Наш пилот 15 лет на КамАЗе отработал. Сейчас так в миг долетим. Это пристегнитесь. У кого ремней нет, обнимите покрепче. Все, это... забыл сказать спасибо, что воспользовались узбекской авиалинией.